Играем в рок и печеньки, друзья. Пару месяцев назад мы выбрались в загородный дом на Фоксвуд. Да, ролик слегка задержался, у меня лапки, я ленивая жопка, но видео я намонтировал. Данная тусовка проходила недалеко от Москвы, куда можно было добраться на автобусе. Поэтому пропустить такое событие мы просто не могли. По сути, это отдых за городом в пушистой компании, и попасть туда могли все фурии, которым есть 18 лет. Данное ограничение было сделано из-за тематики ивента. Как описал организатор, тусовка в стиле американских студенческих братств. Конечно, у нас не было голых парней на крышах, но... Ну да, танцевать там любили. Сам коттедж просто шикарный. Бильярд, бассейн, сауна и так далее. Для меня это было нечто новое и не похоже на ту же Росфуренцию. А как именно мы там отдыхали, дальше в ролике. Поехали! Джей проникает на кухню. Что, я лезу, подожди. Ты по правде лезешь туда? Да шучу, конечно. Да не, если хочешь, моешь, потом... Лезь, давай. Я уже спер то, что нужно. Я не настолько пьяный. Найс. Здорово. Здесь, в принципе, уютно, но вот эти трусы меня смущают. Я не хочу около трусов здесь стоять. Пошли отсюда. Еще и с бонусом. Приехали мы очень рано, и почти все еще спали. Поэтому мы решили изучить территорию. Что я это? Не понимаю, что ему оторвали хвост и на другое место приклеили. Подожди, а как это работает? Я не понимаю, блин. Хвост не оттуда должен расти. Улыбнись. Мощнее. Все, теперь я фоткаю. Ему кто-то шею разгрыз. Короче, я видела там подушки. Берем и уходим. Берем и уходим. Давай. Нахрена они вам? По-моему, здесь Собянин метро строит новые станции. Ты мне на ухо наорал, оглушил. Ну да, тут с дорогами плохо, я согласен. Я вношу свой вклад. Если что, ребят, мы трезвые. Мы только приехали. Это просто великолепно. Тема. Наконец-таки фури начали просыпаться и вылезать из своих номеров. We'll be right back.
осталось 4 дня, но мы приехали лишь на последний. И в следующий раз планируем приехать на весь Фоксвуд. Ивент программы в этот день была очень насыщенной, а участников по сравнению с прошлым годом стало намного больше. Достаточно посмотреть общее фото. А еще чуток ностальгии. А какие у вас игры были в детстве? Напишите в комментариях, будет интересно это узнать. Еще никогда не бегал, отстань. Блин. Ой, здесь трусы. Нет, это мои пацаны, не надежда. Я в те трусы сейчас кину, вот эти. А еще и кинжал, ну прекрасно вообще. Помогите. Эй, спасите. Нет. Ладно, все хорошо, я жив. А чтобы в следующий раз дать отпор, решил потренироваться в стрельбе из лука. И я всегда выбираю в играх лучника, если имеется такой персонаж. Но вот в жизни стрелял всего один раз. Поэтому будем это исправлять. Не врезайся в меня. Че, ты видишь хоть в этих глазках? Нет. Мне его отдай. Есть пробитие. Печенька локатор, блин. Вроде бы есть пробитие, да. Я не соколиный глаз, я одинокий глаз. Ну ты не глотай ее, ты пыхти. О, через глаза пошло. Как я и говорил, на протяжении всего Фоксвуда были различные ивенты, конкурсы с призами, в которых мы тоже поучаствовали. Первый конкурс, который проходил, это рисовашки. Темой для рисунка был логотип Фоксвуда. Нужно было его придумать, нарисовать, а после работы выставлялись на голосование в Телеграме. Лучшая работа станет логотипом следующего Фоксвуда, а также за победу было еще несколько небольших призов. Чё, как, нравится? Это интересно. Вот это прикольно. Это тоже. Там что-то такое. Следующий конкурс был бирпонг. Правила простые. Нужно закинуть в стаканчик противника шарик.
играли до 3 очков. Когда шарик попадал в твой стакан, ты должен выпить из него пиво. А в полуфинале, когда проиграл, должен выпить все оставшееся пиво. Думаю, турбина здесь бы специально поддавался, чтобы проиграть. Под названием «Нащупал». Участники, не зная, что в коробке, должны просунуть туда лапку, потрогать и определить, что же там нащупали. Ивенты, но, увы, я не все снимал. В целом у нас с Джей остались лишь положительные эмоции после поездки. Как я и сказал в начале ролика, мы поедем в следующий раз на весь ивент. Ссылку на группу и сайт ты сможешь найти в описании ролика. Огромное спасибо организаторам и всем участникам Фоксвуда. А также хочу порекомендовать группу Кулдога, который был главным организатором. The Puffs Element. Если ты еще не слышал их песни, то обязательно зацени. Такое творчество однозначно нужно поддерживать. Ссылочка будет тоже в описании. Всем спасибо за просмотр. Рок и печеньки, друзья. И до скорых встреч. Oh.